преодолели еще один подъем. Теперь нужно спуститься ниже. Времени на поиски потратили много. Наступил полдень, а зверя увидели только на большом расстоянии. И тут, когда надежд уже почти не осталось, перед охотниками появились те, кого они так долго искали. На поросшем травой крутом склоне Сергей обнаружил целое стадо гибридных козлов и коз. Осталось осторожно обойти зверей и приблизиться к ним на расстоянии надежного выстрела. Легко сказать, но трудно сделать. Предстоит еще добраться до вершины горы, с которой заметили зверей. Снова крутой подъем. Но на этот раз впереди есть цель, которую очень не хочется упустить. Это прибавляет сил. Вот то, к чему стремился Сергей. Зверь как на ладони. Можно стрелять по месту. Нужно только прочно установить карабин на сошках и выждать удобный момент для выстрела. Не, он закричал. Лопатку ему дал. На второй день после долгих поисков Сергею удалось добыть еще один трофей на Майорке, который пополнит его испанскую коллекцию. Время принимать поздравления. Поздравляем Сергея Пузанкевича с закрытыми двумя козлами на Майорке. Отличный выстрел, прямое попадание. Продолжаем наблюдать других козлов, которые выходят после выстрела. Всего в этот день охотникам удалось добыть 4 зверей. Теперь нужно отыскать туши среди камней, на которых остались следы крови. Как всегда, традиционное фото Сергея Пузанкевича с добытым трофеем. Пройдена еще одна веха на пути охотника по горным тропам Испании.